Так, друзья, всем привет! Ситуация следующая. Свиноматки после отъема поросят, вот эти вот две, обезьяна и, по-моему, Нюша. Это Богдан с Викой назвали, я даже не знаю, или Нюша, или Глаша, или Даша. Обезьяна и Нюша не заходят в загул. Эту мы выбраковываем в среду. Это зашла в загул. И вот это тоже не заходит в загул. Ну, вроде бы признаки какие-то есть. Но еще нет. И вот по истечении сколько дней под станками у меня нету воды. Вот под станками воды нету. Вот они пьют воду с поек. Воды, ну не мокрого, под станками. Так само здесь. Так само вот здесь, под станками везде сухо. Как ни странно, я не знаю почему по ним, грубо говоря, по шее вода не течет, но воды нету. Вода есть, но под ними нету. То есть пьют аккуратно. Очень хорошо. Также тут муха появилась. Я уже липучки не менял, надо поменять. Ну, в основном сидят на потолку, где тепло. Ну, мух так особо, чтобы летали, нету, но они есть. Где потеплее, там и гасятся. К чему я это все веду? К тому, что сейчас будем сюда запускать, пробовать запускать хряка. Чтобы эти понюхали хряка. И та, чтобы понюхала запах хряка. Ну и таким образом, я думаю, должны сегодня-завтра сорваться. Загулять. Сейчас мы делаем так, шторку вот сюда, опа, шторку сюда, тут-то я еще ничего не разобрал, все время не доходит, тут тоже, а тут у меня что нового, в кабинете у меня он черная пантера, Porsche Panamera, тоже ничего особо не делал, только пантеру запустил на аквариум и все. Он наш хряк. Нам надо запустить хряка прямо туда, каким-то образом перегнать. Хряк слепой. Но я так примерно понимаю, как его надо вести. Ну и будем пробовать. Сейчас я сюда вот так вот поставим камеру. Каштан, пошли. Девчат погоняем. Я уже думаю, может его станок туда на ночь поставить. Местов свободных нету, станок загнать. Запах он хрюкать, хрякать будет. Пошли. Каштанчик, а ну покажи, как ты ходишь новый. Новый сарай. Так. А ну давай. Пошли. Пошли в новый сарай туда, девчат. Пойдем. Пойдем. Хороший парень, пошли. Вот давай, да, девочек, давай. А ну, может, пойдет. Давай, давай, роднулик, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай туда. Пошли. Ой, тут. Пошли, каштан, давай. Так, легенько, веничком. Сюда. Сюда, роднулик, пошли. О! О, давай, каштан. Ну, туда. О, давай. Туда. Та ну, давай туда. О, вот, видите, то же самое. Новый сарай не идет. Давай. Сейчас тут походит немного. Я думаю, сейчас он должен сюда пойти. Сейчас дверь ему откроем. Тут у меня такие вот защелки. Вот так. О. Ну, каштан, давай. Туда нельзя. Туда идем. Вот уже. Давай, каштанчик, давай. Пошли, да, девочек, пошли. Пошли, каштанчик. Не, каштан. Давай, сюда.
Давай туда. Во. Во. А ну звука. Сейчас потихоньку перейдем. Давай, каштанчик, пошли. Пошли за девчата. Во. Они уже запах его, я думаю, уже учуяли. Просто ему надо там походить по ряду. Давай туда, туда. Вот, пошли. Сейчас он немного так. Самое главное не сильно его гонять, чтобы он не пугался. Он же не видит ничего. Все на нюх, пока все ознакомится. Он и такой и безвредный. Добрый, хороший мужчинка такой. Поэтому будем не спеша пробовать его туда каким-то образом загнать. Каштанчик, пошли. Пошли, роднульчик, пошли. Вот уже ж у вас. Каштана легче переводить, чем кого-либо. Давай, каштан, пошли. Пошли. Все, вот так каштанчик сейчас дальше, каштан, дальше. Пошли. Во, давай дальше. Давай, каштан, дальше, пошли, молодец. Во, сейчас он на те, самое главное, две. Шторочку назад завесить, мухи уже летят. Вот так. Вот так. О. Давай, каштанчик, назад. Все, каштан, назад. Пошли назад. О, туда зайди, да, понюхай. Давай туда. Давай туда, в дырочку зайди. Самое главное не паниковать и не спешить. Он сейчас сам знает, кто загулять должен, всех понюхает, обнюхает. И эвки как раз тоже он петельки понабубнявил у эвок. О, забегали, сейчас тоже пускай. Ну, каштан, не ломай гиб. Сразу сами петли начинает цвет менять. Все равно хряк должен быть на хозяйстве. Как ни говори, искусственно.
а хряк должен быть. Хотя простой, приманочный, но хряк должен быть. А ну, каштан, туда давай, давай туда. Давай, каштан. Сейчас веник возьмем. Эти растут хорошо, барбосы, кругляшки. Что-то вот это, она покрыта хоть или не покрыта. Непонятно что. Каштан, давай тех, тех, тех. О, вот я, да. Погоняй чуть-чуть. Сейчас будем проверять этих, стоят или не стоят, пока хряк. Так, обезьяна уже стоит, пробовал, уже сегодня можно покрывать ее. Сейчас и это, час-два может и это загулять. Вот эту еще надо, чтобы он... Давай, понюхай ее, понюхай, понюхай. Давай, каштан, давай, давай, давай. Нет, туда. Да то два кабанчика, каштан, кастрирование. То тебе там ничего не светит. Давай, давай, вон, туда. Во, понюхай. Так, чтобы он туда зашел, чтобы она его... Так, проверяем эту. Завтра. А хряка оставить пока здесь в сарае, может вон ту клетку крайнюю закрою его для запаха. Или в станок сейчас запущу.
Сейчас, наверное, в станок его закрою в этот. Вот этот станок. И чтоб он кричал тут, а вода там есть, корм насыплю. И вот так сделаем. Каштан в станку. О, а то лучше каштан. Сейчас я ему насыплю отвлекающий маневр и будет нормально. Сейчас, каштан. Ну вот, друзья, каштанчик употребляет пищу. И все нормально, всех понюхал, все хорошо. Эту покрыл. Ну, сегодня вечером, наверное, будем покрывать эту. Эту, Маша, все уже. Так, это тоже уже почти готово. Ну, друзья, будем вечером покрывать. И еще одно но. Эту свинку, кукляшку я покрывал каштаном. Даже и видео было. Но она опять у меня стоит. Вот сейчас, я не знаю, сколько уже времени прошло после того, надо смотреть по записям. Сейчас мы... Вот смотрите, прошел сохряк, я думал, она покрыта. Прошел сохряк, как-то подозрительно себя ведет. Думаю, что-то не то. О, загулял.
поймал, она все нормально ухватила, все хорошо. Сейчас получается, что не ухватила. Вот видите, как бывает? А я даже не знал, что она не ухватила. Что она не покрыта. Я даже этого не знал, думал, она покрыта. Рыжка, ты хоть покрыта? Я то хотел сегодня завтра, чтобы ветврач с УЗИ пришел и на УЗИ проверил. Только когда есть кряк, что это у нас не в загу, ну, не покрыто. Вот вам и вот вам вот такое бывает. Не знаю, что будем ее покрывать. Сейчас опять это та, что я хотел ее отбраковать и покрыл ее кряком. Неизвестно, что она не покрылась. Ну, короче, вот такие дела. Сейчас буду что-то думать по этой. Точно не знаю, что крыть, не крыть. Ну, и сейчас этих еще проверим. Сейчас буду звонить, говорить, пускай вечером подвезут дозу. Будем покрывать. Хорош! Мать! Ох уже! Все. А это... Думаю, надо крыть и эту, и ту вечером. Сейчас кряк здесь побудет день, и все будет нормально. А завтра заберем. Вот, видите, кряка учуяла все. Не знаю, что делать. Крыть кряком своим же еще раз. Но это из тех, которые я хотел выбраковать, но покрыл кряком. И она не покрылась. Ладно. Ладно. Так, друзья, ну, буду думать тогда дальше, что делать. Вот так каштан в станку. Все, всем спасибо. А так я сделал стрессогонку и узнал, кто гуляет, кто не гуляет. И сегодня покроем этих трех, я уверен. Но я потом в следующем ролике вам скажу. Станок хряк длинный, станка хватает. Это у меня укороченная версия, это вот удлиненная. Этот станок удлиненная. И через один тоже удлиненная версия, где киевлянка. То есть станков хватает. Я потом, когда вечером будем покрывать сегодня,
Еще, наверное, хряка выпущу, пускай походит тут по сараю, их погоняет. Так что-то так. Всем спасибо за просмотр. Пока.